Всю неделю в Казахстане будет жаркая погода. Похоже, настало время маевок, выездов на природу. По данным метеорологов, с понедельника по пятницу на севере воздух прогреется до 23 градусов, на юге аж до 38. Правда, в конце недели, в субботу, снова похолодает. Возможны дожди и даже заморозки. С установлением гребня антициклона на территории Казахстана погода начнет стабилизироваться и позволит прохладной воздушной массе довольно быстро прогреться. В северных регионах ночные температуры будут около 8-13 тепла. Днем 25-32 градуса тепла, в южных регионах ночью 11-18, а днем 28-35 градусов тепла. Однако синоптики предупреждают, что потепление продлится недолго и в конце недели снова ожидается похолодание. Антициклональным типом погоды в течение этой недели сохранится солнечная погода на всей территории нашей республики. Таким образом, столбики термометров на западе и юге республики ночные часы достигнут 15-20 градусов тепла, а днем будут подниматься до 28-33, местами 38 градусов. Тем временем на севере и востоке нашей республики столбики термометров будут повышаться ночные часы до 8-13 тепла, днем до 23-28, местами до 31 градуса тепла. Лишь в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях в течение недели также в отдельные дни, ясные солнечные дни, будут сменяться кратковременными дождями. Также к концу недели ожидаем, что с очередным затоком холодных воздушных масс пройдут осадки.